Позади уже две операции, ему всего 8, но в его глазах уже столько мужества и сил. Он помогает маме и папе воспитывать двух своих младших братьев, оба родителя инвалиды. Давай, иди накладывай вот. С каждым днем зрение Жени ухудшается, на счету каждая секунда. Сейчас мальчик сам не может делать практически ничего, его глаза застилает туманная пелена. Давайте поможем вместе. Мы не раз обращались с такой просьбой. Это Аделя из Арска. Спасение ее жизни стоило 900 тысяч рублей. Такую сумму семье Шафиковых помогли собрать наши телезрители. Благодаря им в феврале Аделя прошла лечение в Германии. А это Данис из Буинска. Его семья просила о помощи полгода назад. Для операции мальчику необходим был специальный отхаркивающий аппарат. После выхода в эфир сюжетов семья собрала 600 тысяч рублей. Алсу Каюмова благодарит всех, кто услышал, увидел и помог. Всем людям, которые услышали нашу мольбу, огромное спасибо. У нас есть шанс на жизнь. Женю Судакова ждут в Казани врачи. На операцию требуется 50 тысяч рублей. У семьи их нет, как нет средств на проезд и на проживание в столице. Помочь им может каждый из нас. Реквизиты банковского счета семьи Судаковых на экране. Ранис Ахметшин, Алина Мусина, Фанис Хасанов, ТНВ, Арск, Буинский район.